Сегодня 16-летняя котловская девчонка Полина Шихурина вылетела в Грузию, чтобы представить Россию на международном конкурсе красоты World Rising Stars. Конкурс пройдет с 17 по 22 января в Тбилиси. Участие в этом конкурсе стало возможным после победы на конкурсе красоты и талантов Little Miss World 2023. Там Полина Шихурина завоевала главный титул. Она стала маленькой мисс Россия и взяла приз зрительских симпатий. Хотя конкуренция была очень серьезная. За корону сражались 65 красавиц. Полина натура увлеченная. 3 года занятий в бально-спортивной школе, победы в шахматных турнирах, занятия по классу вокала и в театральной студии школы искусств «Гамма», занятия в модельной школе. Свое будущее юная красавица хочет связать с модельным бизнесом, а сейчас главное для нее собраться и выступить достойно на международном конкурсе красоты.